Для меня большая новость, часть вашего вопроса, что мусульмане тихий, смирный народ. Я, честно говоря, придерживаюсь несколько иной точки зрения, особенно глядя на события на Ближнем Востоке. Но дело не в этом. Конечно, сегодня Турция демонстрирует назревшие в обществе конфликты. Безусловно, выступление экологов или в защиту окружающей среды – это всего лишь повод. А причиной является серьезное противоречие, накопившееся в турецком обществе, в том числе связанные с внешнеполитическими и, главное, с внутриполитическими ошибками правительства Эрдогана. Поэтому совершенно очевидно, что в Турции назревает конфликт между частью гражданского общества, между частью общества и властью. Я думаю, что этим не закончится.